Трасса М5 – важнейшая транспортная артерия, соединяющая Алеппо и Дамаск. Дорога выглядит сейчас вот так. Повсюду осколки, на отбойниках следы от пуль. Долгое время магистраль была под контролем у боевиков, и только после освобождения ключевых городов Марет-эн-Нуман и Саракиб контроль над трассой удалось вернуть правительственным силам. Указатели как решето, однако названия городов и сейчас видны отчетливо. Мухаммад впервые за много лет с сыновьями собрался из Хамы к родственникам в Алеппо. Теперь это не накладно. Раньше бензин приходилось жечь в два раза больше, делая крюк в 100 километров. Это хорошо, что дорога открыта. Правда, приходится объезжать турецкий пост. В дождливую погоду там объездную дорогу размывает. Машины буксуют, возникают пробки. Но это мелочи по сравнению с тем, что было. Отправляемся вслед за Мухаммадом. На обочине виден турецкий наблюдательный пункт. А дальше в районе Хан-Шейхуна и правда дорога перегорожена. Турецкие солдаты не пускают гражданские машины, тем приходится объезжать пост за 2 километра. А вот российскую военную полицию по договоренностям турки пропустить должны. На бронеавтомобиле «Тайфун» мы решили это проверить. Нам нужно проехать прямо. Хорошо. Так мы проедем? Хорошо. Он по рации, видишь, да доложил, да. Эти кадры мы видим через камеру внешнего наблюдения из салона бронемашины. Команду дали пропустить, солдаты открывают дорогу. Пожалуй, теперь это единственное препятствие на трассе. Турецкий пост находится здесь уже больше года. Еще недавно по нему проходила граница Идлибской зоны деэскалации. Теперь турецкие военные в тылу у правительственных сил. Какую задачу они здесь выполняют, неясно. Тем более санкций на присутствие турков в Сирии Дамаск не давал. Дальше на дороге встречаются кафе, магазины, поток машин большой. Это большое счастье для нас, что дорога свободна. Когда там были боевики, многие участки простреливались, и мы боялись даже приближаться к линии фронта. Сейчас все в порядке. Боевиков правительственные силы отбросили под Идлиб. Как говорят военные, в ответ на невыполнение Турции договоренностей, Анкара так и не смогла создать демилитаризованную территорию вдоль границ Идлибской зоны деэскалации. А освобождение трассы Алеппо-Дамаск как раз таки позволило создать так называемую зону безопасности. Международная магистраль М5, кроме Алеппо и Дамаска, соединяет сразу несколько крупных населенных пунктов – Хомс, Хама, Хан-Шейхун, Саракиб и Маарет-ан-Нуман. До войны шоссе было одним из главных торговых маршрутов, обеспечивающих экономическую связь не только между крупными городами Сирии, но и с зарубежными странами. Совсем скоро по дороге потянутся дальнобойщики из Алеппо в Дамаск и обратно будут возить товары. А кроме того, освобождение трассы М5 не только военная, но и политическая победа. В Сирии это считают большим шагом к восстановлению единства страны.